железнодорожный вокзал Богнор-Реджис, откуда мы отправимся в маленькое путешествие в самый крупный город Англии с населением в 10 миллионов человек и главный культурный центр Соединенного Королевства – Лондон. Станцию основал Ричард Хоттем в конце 18 века. В описании вы найдете ссылку на посещение его парка. Поезд из курортного городка Богнор-Реджис до столицы Лондона преодолевает 89 километров. Поездка в среднем занимает 1 час 40 минут. Билет до Лондона обошелся всего в 10 фунтов. При покупке билетов обращайте внимание на время отправления, потому что разница в 20-30 минут может очень сильно отличаться по цене. А еще если вы едете компанией, то билеты берите сразу на всех, потому что это тоже очень хорошо сыграет вам на цену. Ну а в Лондоне мы посетим Букингемский дворец, Биг Бен обязательно, собор, где замуж выходила принцесса Диана, музей, парки, на метро прокатимся. Какие вы знаете интересные места для посещения в Лондоне? Напиши в комментарии.